Сразу после работы Александр Зубарев спешит в торговый центр, но не для того, чтобы пройтись по магазинам. Его главная цель – помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Александр – волонтер акции «С мира по листочку». Он не только сам принимает в ней активное участие, но и призывает к этому жителей нашего города. Это же дети. Детям надо помогать. Вообще надо помогать всем, кто нуждается в этом. Разве нет? Разве я не прав? И мне кажется, это дело каждого уважающего себя человека. Акция «С мира по листочку» получила такое название не случайно. Пожертвовать можно любую сумму, но в итоге собранных средств хватает на то, чтобы купить канцелярские товары для нескольких сотен детей. Все это идет на покупку самых необходимых принадлежностей, то есть там линейки, ластики, ручки, пеналы, максимум ранцы. Акция направлена на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из малоимущих и многодетных семей. При этом помочь можно не только деньгами. Гуманитарную помощь принимают на складе по адресу Пушкина, 24А. Там мы принимаем в первую очередь одежду. Такую около форменного вида, то есть что-то вроде формы школьной. Ну, естественно, сама форма и вещи, которые могут сойти за нее. Можно туда подходить и жертвовать какую-то, может быть, старую форму, старую, но хорошую еще одежду, которая может кому-то послужить. Второй этап сбор средств пройдет с 21 по 24 августа. Волонтеры будут стоять на первом этаже в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Сбор одежды на гуманитарном складе проходит до конца месяца, каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-906-353-46-37. Мария Руинч, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.